Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел совместное заседание с Министерством просвещения России. В нем приняли участие представители органов власти региона УРФО. Речь шла об исполнении поручений главы государства по капремонту школ и внедрению новых стандартов начального и основного общего образования. По словам Владимира Якушева, цитата, «наша задача обеспечить равные возможности для получения качественного образования, которое позволит детям реализовать свой потенциал и подготовит ко взрослой самостоятельной жизни». Конец цитаты. По федеральной программе капремонтов образовательных учреждений в Уральском федеральном округе за 2 года планируется отремонтировать 113 школ. Софинансирование из федерального бюджета составит 4,5 миллиарда рублей. За счет нацпроектов, федеральных и региональных программ строятся новые и ремонтируются старые образовательные учреждения. Теперь возможностей стало еще больше, подчеркнул полпред.